Если вы накормите жирным собаку, как следствие у нее обнаружится полное расстройство пищеварительной системы. То же самое произойдет и с курами, которые задрыщутся, и бездомные коты исхудают до скелетов за неделю. И сами вы не едите одно сало без хлеба. А синичка поклевала, сало улетело. Один день поноса на морозе для такой крохи – это 100% смерть. Вы думаете, что прилетела та же самая, а прилетела уже другая синичка. Я в селе потравила салом всех синичек. Одна умерла на крыльце, да, с поносом. И в Днепропетровске синичек нет, потому что сало дешевое.